Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать. У вас есть браслеты для парней? Да, сейчас покажу. Вот такие есть. Ты зря пришла сюда, Зухаль. Эрде, мы были помолвлены. Ты не можешь просто так забыть про меня. Но ведь нас заставили наши семьи, все кончено. И как было ясно, что это не продлится долго. Я построил себе новую жизнь. И ты начни свою. Эрдем, пожалуйста, не говори так. Я пришла сюда, чтобы поговорить с тобой и исправить некоторые вещи. Ты меня не слышишь. Эрдем, прошу, дай нам еще один шанс. Спасибо. Удачи вам. Давай, пойдем. Пожалуйста. Негодяй. Не могу поверить, какая ты невезучая. Ах, Гонжа, опять нашла идиота. Дура. Синан, все так идеально. Отличная еда, прекрасный стол. Я впечатлена. Я рад, что тебе понравилось. Мы не можем поехать в Бодрум, но если мы хотим танцевать, то это можно сделать здесь и сейчас. Не могу поверить. Сильда говорила, что приедут сегодня вечером. Да, видно, у брата дела закончились пораньше. Наверное. Синан, ты тогда тоже езжай в отель, а я приеду вечером. Хорошо, жизнь моя. Отвезу тебя в отель. Хорошо. Есть новости? Приехал главный начальник и его жена, а Гонжа оставила тебе это. Подаришь своей настоящей любви. Поздравляю, господин Ахмед. Вы подготовили отель к открытию за кратчайшие сроки. Я думал, вы не успеете к этому сезону, но вы проделали великолепную работу за кратчайшие сроки. Спасибо. Мы старались сделать как можно лучше, только в зоне VIP осталась работа на день. Кроме этого, проблем совершенно нет. Надеюсь, получим высокие оценки от ваших гостей. Даже не сомневайтесь. Вся необходимая подготовка для открытия сделана? Да, все готово, господин. По указаниям господина Нихата, планируем простое, но очень качественное открытие только для VIP-клиентов. Самое лучшее. Извините, вы после открытия хотели бы остаться у нас? К сожалению, нам нужно сразу вернуться в Стамбул. И детей заберем. Должно быть, они уже достаточно мешались под ногами. Нет, что вы, мы достаточно плодотворно поработали с господином Волканом. Если позволите, мне нужно удалиться. У меня совещание с одной фирмой. Я подойду позже. Конечно, господин Ахмед. С вашего позволения. А нашему бы только есть, пить и гулять. Непонятно, стала ли его отправка сюда наказанием или награждением. Видишь? Забыл даже про Америку. Пойдем пообедаем. Давай. О, Эльчин тоже пришла. Добро пожаловать. Привет, приятного аппетита. Добро пожаловать, Эльчин. Рада вас видеть. Семья в сборе. Мамочка. Милая моя, разместилась уже? Ничего не нужно. Разместилась, дорогая. Ваше гостеприимство отразилось на вашем отеле. Все идеально.
Спасибо, дорогая. Рад, что тебе понравилось. Приятного аппетита. Балкан, благодарю тебя. Ты позаботился обо всем, пока нас не было. Ну что ты, дядя? И тебе спасибо, Бурак. Ты тоже нам очень помог. Надеюсь, в Стамбуле продолжишь в том же духе. Конечно, папочка. Нихат, прошу, не утомляй детей. Они ведь еще молоды. Ты права, дорогая. Столько работать в этом возрасте нельзя. Дядя, ты супер. Сразу нашел поддержку. Еда восхитительна. И не говори, Эльчин. Я здесь забыла про диету. Надеюсь, не наберу здесь килограммы. Не наберешь, дорогая. Не волнуйтесь, вы всегда очень красивая. Душа моя, красавица моя, ты очень красивая. Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.